Табачная продукция, которая реализуется незаконным образом на территории Российской Федерации, делится на несколько типов. Это табачная продукция, которая является контрафактным. Это табак, который изготавливается под брендом чужого товарного знака в кустарных условиях, с использованием кустарного оборудования. Чаще всего встречаются именно цеха-двойники. Они могут находиться как и в самых табачных компаниях, которые производят нормальную продукцию, так и могут производиться подпольным образом на тех или иных территориях. Также существует табачная продукция, которая незаконно введена на территории Российской Федерации. Большое количество поступает у нас с территории Беларуси, с территории Казахстана. То есть это является таможенной зоной, так как есть товар, который проводится с наличием специальных пломб во избежание временных рамок, во избежание порчи продукции и судебных прений. Таможенные сотрудники не всегда досматривают груз. Поэтому на территории Российской Федерации периодически заезжает такая продукция. Каждые 4 часа заезжает целая фура. Теперь мы понимаем, какие объемы находятся на территории Российской Федерации. Практически в каждом городе, на каждом рынке есть табачный киоск, есть табачный магазин, где идет такая реализация. Сегодня мы столкнулись с очередным таким табачным киоском. Это находится на улице Космонавтов 66, напротив торгового центра «Белкомарк». Находится вот такой табачный павильон, где идет реализация вот такой вот продукции. Продукция Platinum 7-7. В этом блоке 10 пачек сигарет стоимостью 100 рублей за одну пачку. То есть одна пачка сигарет у нас стоит 100 рублей, блок стоит 1000 рублей. Минимальная разрешенная цена на табачную продукцию составляет не менее 119 рублей за одну пачку. То есть априори эта продукция продается незаконно. Добрый день. Еще раз. Межрегиональная общественная организация «Народный контроль». Угу. Понимаете, да, причину нашего визита? Вы продаете продукцию, которая находится под запретом в продаже. Акцизных марок нет, контрафактная продукция. Сколько еще есть таких вот упаковок? Покажите, пожалуйста. Вас руководство вообще предупреждало, как должна реализовываться табачная продукция? Кассовую технику не применили, чек не выдали. Почему не выдаете? Не пробиваете? Почему? Открытая выкладка. Почему у вас? А я товар выставляла. Вот. Ну, я когда зашел, тоже было все открыто. А я как раз выставляла. Вот видите, угу. Мусор. Все. То есть все закрывается, все? Да. Полностью все? Да. А вот та полка, я так понимаю, у вас все контрафактные, контрабандные? Нет. Нет? Хорошо. Скажите, как вам их привозят? То есть есть какой-то человек, либо какая-то... Вот такие вот. То есть какая-то фирма вам поставляет? Нет, нет. Или как частные лица приезжают, предлагают? Нет. Сами делайте. Знаете, да, что нельзя, запрещено это на законодательном уровне. Сейчас сотрудники полиции приедут, это все изымут. Это можно закрыть? Ну да, если вы там выкладку закончили, то всегда должно быть закрыто. Это нет, эти будут сигареты, на них это просто... Нет, просто смотрите, юридическое лицо у вас еще будет. Вот на них, на радио, еще не познаю. Государство не даст работать без акцизной продукции, поэтому делайте выводы. Космонавтов 57-59, здесь между домами расположен еще один табачный павильон. Здесь также шляет деятельность ИП Бигишева. Буквально через дорогу находится второй торговый объект, где осуществляется реализация табачными изделиями контрафактного происхождения. Добрый день. Добрый. Общественная организация «Народный контроль». Поступает информация от граждан о том, что у вас идет реализация контрафактными фальсифицированными табачными изделиями. По поводу контрафактных табачных изделий. Подтверждаете эту информацию? А если мы посмотрим? У вас вот там через дорогу павильон, у вас предприниматель Бигишева? Бегишева. Бегишева. Ну, Бегишева, если торгует Бегишева там, значит, торгует она и здесь. Поэтому хотелось бы, чтобы вы довели до него информацию, что пора заканчивать заниматься противозаконной деятельностью, так как это влечет
определенная ответственность, как административную, так и уголовную. Если выяснится, что акцизная марка, которая на табачных изделиях фальсифицированная, уже человек может получить судимость. Вы как продавец тоже ответственное лицо, потому что вы подписываете трудовой договор, вы должны руководствоваться санитарными правилами и нормами, вы должны пройти санитарный минимум, да, по Роспотребе, да, то есть должны понимать, да, что вы как ответственный работник должны тоже понимать, какие могут быть риски, последствия, поэтому доводим до вашего сведения эту информацию. И еще доведите до руководства, чтобы они повесили доску информации для потребителя. Потребитель должен понимать, кто торгует, кто осуществляет деятельность, кто зарегистрирован в налоговом органе. Книга жалоб и предложений должна висеть, чтобы покупатель мог оставить информацию как покупатель. Договорились? Да. Всего доброго, до свидания. Сегодня общественники закупили, установили факты законной реализации. Сейчас вызываем полицию, ждем, чтобы сотрудники полиции провели осмотр данного павильона, и взяли всю продукцию и отправили в Роспотребнадзор.